Сейчас я продолжаю прогрев видеокарты. Немножко мы ее нагрели. Теперь можно аккуратно перевернуть, чтобы флюс растекся под процессором. Все, а теперь пойдем, пусть нагревается. Пока что я нажму паузу. Так. В принципе, уже немножко дымится у нас. Видеокарточка уже прогрелась достаточно. Я сейчас попробую. На каком этапе? Еще рановато немножко, нужно так записываю. Так. Проверяем снова. Еще нужно прогреть немножко. Напомню, мы прогреваем видеокарту, на которой идут артефакты. Она нормально, она не работает. Шли артефакты, точечки по экрану. Для устранения этих артефактов нужно прогреть чипсет, процессор. И потом проверим, какой у нас будет результат. Ну вот, уже у нас есть отрыв. Можно выключать прожектор и подождем, пока она остынет. Выключили. Аккуратненько поддевая, вы можете увидеть, когда процессор уже прогрет конкретно. Вот, я думаю, уже можно ее изымать, видеокарточку. Сейчас посмотрим. Как она будет работать в реальных условиях. Еще немного горячее. Подождем еще. Вот, еще 5 минут мы подождали. Я думаю, что этого достаточно будет для остывание видеокарты. Чем дольше, тем лучше. Ну, почти так. Так. Термопасту налаживаем. Это наша термопаста.
Пошли. Посмотрим, какой у нас будет запуск. Работает. Артефакты будут или нет. В общем, сейчас мы это все увидим. Так. Включили питание. Монитор. Это у нас такой стенд для диагностики. Включаем. Вот, к сожалению, эта видеокарта у нас не запустилась. Сейчас я еще раз ее покажу. Включаю снова. Нет, к сожалению, в этот раз нам не повезло. Видеокарточка, видимо, немножко сдвинулся процессор. И видеокарта перестала запускаться вообще. Мы ее сейчас еще раз прогреем. Раз уж такое дело. Попозже, когда она спинет, я еще раз прогрею. Может, другая еще живет. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.